Мне еще ехать 150 километров, и перед отправкой последнего участка я выбираю тему. Итак, Татьяна Ефремова пишет, и мы вот эту тему разберем. Очень-очень умные речи. Я согласна с вами на 120%, но есть одно но. В спокойном, в умиротворенном состоянии, вот так, как сейчас, как у вас все встает на свои места. Но наступает следующий день, и понеслась душа в рай, как будто бы вчера ничего не произошло, не было с собой никакого разговора, внутри все кипит и задыхается от злости, от отчаяния и несправедливости. Наступает вечер, и опять разговор с собой, и опять понимание происходящего и его осмысление. К сожалению, у меня так всегда, как бы я с собой не боролась. Это генетика. Какое-то слово обычно вот употребляется, которое к этому случаю не имеет никакого значения. Вспыхиваю мгновенно. Единственно помогает философия жизни, как вы говорите. Все идет, как должно идти, по своим законам. Давайте вот на этом остановимся. На этом остановимся и разберем его более подробно. Итак, от винта вас приветствует омио-мио отень прилива. То, что написала Татьяна, является нормальным явлением, просто нормальным явлением, когда человек вспыхивает, когда человек там негодует, протестует, еще что-то делает, и т.д. и т.п. Это нормальная работа. Работа по совершенствованию своей духовной части. Так она и должна совершаться. Постоянно какие-то ситуации возникают для того, чтобы проверить, а насколько вы это прошли? Насколько вы это проработали? Не проработали, опять повторяется. И здесь важно, какой бычок больше лежит. И здесь важно, вот эту проделанную работу закреплять. Естественно, вот беря свой собственный опыт, таким понятливым, разумным, как вот я сейчас на 66-м году жизни сижу перед вами в очках и рассуждаю, я был не всегда. Но меня этот феномен заинтересовал. Вот эти пружины, которые позволяют понимать, из чего ты состоишь, что у тебя работает, что у тебя возбуждается. И мне пришлось практически вот эту вот психологию, что я там слышал, она меня ничего не удовлетворила. Для себя эту науку составить, сделать, обосновать и применить, и получить эффект, сделать самостоятельно. Да, были наработки различных там авторов о том, о сём,
которые я использовал. Но вот опять-таки, как вот, знаете, вот в книгах сложить все это в кучу. И чтобы это заработало. Ну нет, какая-то там ерунда. И самое важное, это конечный эффект. Вы достигли его или нет? Достигли или нет? Я вам вот показывал, говорил, вот у меня камера тут. Камера на 90, 700 метров. В 7 лет я попал под машину, появилась витилиго. И, естественно, мальчик с пятнами становится закомплексованный. Это естественная реакция. Там и муж не до девочек. Поэтому пришлось пройти большой путь самокопания, самоуглубления, понимания, как эта психология работает, откуда вообще берется сознание, как она работает, где она может нам помочь, где она, наоборот, может нам врагом быть, как она может исцелять, а как она может разрушать организм. Вот это все мне пришлось самостоятельно исследовать, постигать, работать. И важная вещь, оказывается, вот есть ряд методик, основанных на каком-то действии. Что ты там дышишь, что там, допустим, голодаешь. То есть что-то надо там, вот, ясное, понятно, гантели там тягаешь, все, ага, тут все растет, что-то такое меняется. А вот здесь, когда ты умом своим работаешь, рассуждаешь, вникаешь, этой работы не видно, но на самом деле это основное. То есть это основное, чем человек должен заниматься по жизни для того, чтобы измениться. Не заработать пенсию, не что-то там накопить, не еще что-нибудь, ну, какие-то кучу нарядов себе приобрести, там машин и пароходы, там заводы, фабрики и земли. Нет. Это ложное направление. Человек, помимо жизненного процесса, обязан трудиться над собой. И, кстати, самое интересное, обязан это делать или не обязан это он делать. Этот процесс идет помимо его воли. Сама жизнь ему подбрасывает то или иное. Так вот, те люди, которые начинают в это дело вникать, как-то работать, исследовать себя, узнавать вот эти пружинки психологические, надавливать на них, начинают получаться какие-то результаты. Если же человек не понимает, а мы уже вот только прочтите комментарии к вот этому моему видосику на кровати. Совершенно различные. Уже если человек не понимает, он крайние случаи озлобления на мир с желанием все крушить, считая его каким-то порождением таким очень вредным, поэтому его надо разрушить. Естественно, будет и ответ мира на него, на эти действия. То есть агрессивные люди с таким посылом, если они предпримут какие-то действия, это тоже на это надо решиться, но если это есть внутри, то к ним тоже надо созреть. Это не так-то быстро делается. Но тем не менее, созрев они начнут действовать, их просто уничтожат. То есть жизнь отбирает, хотим мы того или не хотим, тех людей, которые размышляют, думают,
узнают вот эти различные механизмы, как это там работает, что это там надо сделать. И начинают, соответственно, принимать шаги в том или ином направлении. И у них процент выживания, процент успешной деятельности намного выше, чем у тех людей, которые вот были в садике, закончили школу, закончили институт и плывут по течению. Вот. Ага, вот так вот. То есть они так называемая серая масса, к сожалению. Они не достигают никакого успеха в жизни. Вот что им дали, то им дали. Сами они взять это не могут. Ну, так получается. Вы просто понаблюдайте за жизнью. Как все это происходит. Скорость у нас слишком большая. Поднажал я на газельку. Как все это в жизни происходит? То есть, вот согласно Дарвину, вот тут он молодец, происходит естественный отбор. Об этом же говорил и создатель Виватона. Вспомню, скажу. Караваев. Что происходит естественный отбор. Если ты человек думающий, ты начинаешь как-то все это думать, выстраивать свою жизнь, облагораживать вокруг себя пространство, а не то, что там у тебя имеется, ты в том там живешь. Ну так вот, к сожалению или к счастью, устроен мир. Это естественный такой сепаратор, в котором вот нас засыпали. И начинает жизнь молоть, крутить. И вот благодаря этому жизни, благодаря различным ситуациям, мы смотрим, что, как, почему. Вот я люблю смотреть такие и читать про таких людей, которые достигли реального успеха. И мне интересует, за счет чего, на что они обращали внимание, как они действовали. И я так стал действовать более-менее. И то, что я там видел в Москве, я давненько такого не видел. Человек с тремя высшими образованиями, такой-сякой, этот, он живет в этом. В 50-х годах я видел такое в бараке, понимаете? В бараке я видел это. И вот это такой человек с тремя высшими образованиями, который там бахвалится всем таким, он живет в этом. То есть, ну какие-то жизненные условия там для себя создать, более-менее элементарно. А это вообще какой-то кошмар. Но при этом вот там наряды, поездки туда-сюда, вот это вот какая-то, знаете, такая вот жизнь на показ, жизнь на удовлетворение своих вот этих вот различных там желаний. Ну, все мы живем на в той или иной мере удовлетворяем свои желания, но какие-то же личные условия создать более-менее сносно. А тут вообще деградация. То, что я видел раньше, то, что я видел сейчас, деградация в этом отношении. При этом люди начитаны, там прошли курсы по психологии, там еще какие-то там по одурманиванию,
охмурению, там, пикапы, мейкапы, еще что-то там, помимо там, допустим, медицинского образования имеют, еще там какое-то образование, там, и еще, ну, короче, целых три, а то и некоторые побольше. И при этом вот знания оказались непримененными. Либо не знает человек, как их применить. Поэтому мы, вот если осознанно работать, осознанно, более-менее целенаправленно, ну хотя бы осознанно, уже в нашей жизни есть какой-то там прогресс. Если не работать, то есть мы можем работать с жизнью и с теми обстоятельствами, которые она нам приносит, и благодаря им совершенствоваться и улучшать качество своей жизни. Либо же, то есть мы работаем с жизнью, либо же жизнь работает с нами. И мы не понимаем этого процесса, вот как Татьяна говорит, пошли, начинаем раздражаться, возмущаться, ругаться внутри себя. То есть это полное непонятие жизни, когда человек вот так вот к ней относится, крайне. Она плохая, это мне раздражает, это мне не нравится, это общество такое плохое, оно вот не дает мне развиваться. Опять-таки, я могу, уже знаете, я могу не ссылаться на какие-то там примеры, там Поля Брега, там Шелтона, еще кого-то. Я уже ссылаюсь на свой собственный опыт и на свою собственную жизнь. Да, я когда начал всем этим заниматься, появились первые результаты, я такой воодушевленный пришел в общество знаний и говорю, да вы знаете, вот это очищение, то все. А мне, как бы сказать, по рукам, а ты что, у тебя медицинское образование есть? Это как раз советское время было. А у тебя там что там такое? Вот тут такие мужи-академики, а ты тут какую-то, что-то тут там плетешь. И, кстати, самое одно из интересных вещей мне запомнилось. Вот как раз я приехал в Москву и познакомился с человеком, который позанимался по этим книгам. Он был в восторге, восхищен и решил меня показать там какому-то там врачу. Что, мол, смотри, вот такой человек. Я говорю, да вот очищение организма, то есть все. А он так на меня, очищение организма? Что это такое? Зачищение организма, там еще что-то. То есть для него, воспитанного, выученного в советских вузах, это показалось какой-то дичью. Дичью, как это можно организм там очищать, там еще что-то делать? Его надо лечить, а не очищать. Не понимая, что именно большинство этих всех заболевания возникают из-за того, что там в организме за счет нашего образа жизни сформировалась такая среда внутренняя, которая их всех породила. И все эти таблетки, припарки, травки и массажи бесполезны до тех пор, пока мы не очистим организм. А очистим организм, это ведет к тому, что нормализуются все физиологические процессы. И причем очищение не только на физическом уровне, а на эмоциональном, духовном уровне. Работа с этими самыми. Камер нет.
с собственными жизненными принципами, нормализация этих, от которых физиология зависит, и, наконец-таки, мировоззрение, которое составляет твою жизнь. А то застал, вот я застал, там, отец курил, там, ребята, с которыми я был, там, ну, всякие были, одни курили, другие там и выпивали. А третьи еще там чем-то занимались. Наркотиков тогда не было. Самое интересное. То есть в 70-х, где-то 80-х годах наркотики в Союзе еще не появились. Тем более в том количестве, как это сейчас. И не имея своего собственного мнения, ты мог пристать к той или иной там компании. Пойдем то и все сделаем. Элементарное. Какое-то здравое суждение должно быть, чтобы пойти своим путем. Что я и сделал. И несмотря ни на что, отстоять себя. И именно после моих книг, после 90-х годов, все подхватили, что есть такая наука очищения. Клиники по очищению там начали расти как грибы. Ну, по питанию было, но не так. А сейчас и по питанию, и по очищению, и там по омоложению, и что только там не стало. И вот в течение всей своей жизни я об этом особенно задумался тогда, когда я начал вот это вот. Есть там такой отзыв. Да перейдите там на вегетарианство или на сыроедение, и все у вас будет. Ну, во-первых, надо правильно перейти. А для этого должно быть знание. Не так-то просто перейти на сыроедение, правильно? Чтобы ты потом через несколько лет не высох, не влез в какие-то непонятливые расстройства организма и не думал, что ж такое? Вот раньше оно так мне помогло, я стал стройным, столько сил было. А теперь я его усиленно практикую. Думаю, надо усиленно же практиковать. А результат все хуже и хуже. Из-за перевозбуждения жизненного принципа ветра, в результате этого сыроедения. Особенно сейчас зима настанет, сейчас они посыпятся как это. Как сосульки весной с крыш. Все эти сыроеды. Редко кто там. То есть из тысячи, если 1-2. Вот. Это практикуют в течение лет 10-15. А остальные уже там сошли давным-давно на дистанции. Из-за того, что не хватает ума, и их индивидуальная конституция не отвечает требованиям сырой пищи. Так вот, после того, как я там оздоровился, получил первые результаты, потом я начал, это хорошо помню, начал отрываться на своих собственных детей. Вот, мол, они там своей непонятливостью меня тут раздражают, выводят из себя. Вот был такой период. И думаю, да что ж такое? Что ж такое, в конце концов? Мой ребенок, а он чуть ли тут не врагом мне стал. Как это так может быть? Далее. Были написаны книги, повалил народ, полез через заборы, такое было. Начал одевать тапки жены, что привело ее в возмущение, шастать по дому, еще старому дому, в ее тапочках. Мне это стало также крайне неприятно.
что вот я написал одно и то же. Кстати, сейчас такого нет, хотя я там пересказываю там вот вам то, что уже было написано мной. Вот, я это все написал, рассказал, ну делайте, и все, какого хрена вы еще лезете ко мне в дом, там, ходоки различные. То есть был такой период, когда я любого человека, который ко мне обращался, я его воспринимал чуть ли не как врага злейшего. Вот такое было. И потом, знаете, вот такое, как вразумление и просветление. Что это такое? Ты сделал что-то полезное для людей, а самих людей перестал воспринимать. В смысле, что ты хочешь понять, а это для тебя вот какая-то тягость, отягощение. Вот над этим я задумался. Вот такой был поворот в сознании. Почему-то произошло. И как раз я, это 2000 год был, или чуть раньше, поехал в Германию, нет, где-то 2000 год. В Германию меня пригласили там на второй всемирный конгресс уринотерапевтов. Издали мою книгу на немецком, там все подготовились. И я там выступал, переводчик был. Вот, и был своеобразный экзамен. Я там примерно пробыл около месяца. При этом после этого конгресса уринотерапевтов меня повозили по Германии, были встречи с русскоязычным населением, приходили дети, женщины, мужчины, взрослые, молодые. И вот с каждым надо было найти какой-то свой собственный язык. Как-то достучаться, объяснить. Ребенку одно сказать, старику сказать другое. Слушай, Володя. Янечка, здравствуй, дорогой. Как дела? Нормально. Нормально, чудненько. Не на рыбалке? Нет, я сейчас еду домой с Москвы. С Москвы едешь? Да-да. У тебя передача была? Да-да. Это я тебя отвлекаю. Нет. Ты знаешь, что сейчас я как раз записался у Андрея Малахова. Андрея Малахова записался. И эта передача будет сегодня — поздравление учителей. Так что смотри на российском канале эту передачу. Привет, Андрей, где-то там. Так. Там я буду песню петь, выступать. Кто будет выступать? Я буду выступать. Так что сегодня смотри. Сколько, Гена? Не знаю, смотрите сами, я не знаю, что записал. По какому каналу, Гена? Российскому, я же только говорил. Что... По российскому? Да, по российскому. Россия, да? Да-да, Россия. А по сколько не знаешь? Не знаю. Я понял. А ты когда приедешь? Ну, часа через два домой приеду. Я же по трассе еду. Да. Ген, у тебя это громадная просьба. Ты не мог бы это поздравить, как всегда? Кого поздравить? Короче, я больше тебе говорил, у меня друг Столяров из замглавврача. А у него жена тысяча детей больных в массаж делает. Слушай, ты мне смс-кой брось, как зовут, сколько лет, а я поздравлю. Столярова Лена. Ну хорошо, я запомню так, Столярова Лена, и на WhatsApp поздравлю ее. Давай, часа через два это будет. Да, я потом тебе перезвоню, Ген. Давай, хорошо, Столярова Лена, давай, да. Все. Давайте, в общем, я перезвоню. В общем, ты будешь у себя дома через 2 часа, да? Ну, примерно, да, через 2 часа. Ну, ты к Ростову подъезжаешь? Да, к себе уже подъезжаешь. Ну, мне еще ехать там 100 с лишним километров. Ужас, слышишь, ужас.
Я говорю, потому что трасса, нигде ничего нету, степь, ничего нету. Позвоню сейчас, как 7-8. Давай, звони. 7-8, Володя. Давай, Володя. Давай, потом, до вечера. Вот, со всеми ими надо было найти какой-то общий язык, чтобы что-то такое ободряющее, полезное сказать. Вот, допустим, случай. Я еду, перед вами только что был. Звонит Володя кого-то там поздравить. Ну, поздравить так поздравить. То есть нету никакого ни раздражения, никаких каких-то там этих огорчений, что тут... что-то там такое, вот тебя там напрягают. И вот как раз я вот этот вот экзамен прошел в Германии. Я не почувствовал, что кто-то меня чрезмерно напряг. Все было в рамках нормально. Доброжелательное отношение с моей стороны. Соответственно, и с их не такое же было. Кстати, сейчас люди из Германии, которые смотрят канал мой, где-то на третьем месте. Россия, Украина, потом, наверное, Германия стоит. Третья, четвертая. Вот. И говорит, вот эту вот понятийную работу по осмыслению всех этих жизненных ситуаций, на которые надо правильно реагировать, а не вопить, а это я не хочу, это я не буду, тут я еще чего-нибудь там сделаю, а здесь я просто убегу, заткну уши, либо вообще там ударюсь в пьянку, либо я куда-то там уеду от этого подальше, чтобы этого не было. Это все такие вот естественные реакции человеческого сознания на жизненные ситуации. От каких-то ситуаций он пытается уйти, то есть там где-то напакостил, а потом же за это надо отвечать, вот, уйти от этого, чтобы как-то оно забылось. Не получается. Либо там, если так не удается уйти, там забыться путем приема там каких-то горячительных напитков. То есть ум, вместо того чтобы работать с этой проблемой, он ищет различные лазейки, как их избежать, либо просто вот там что-то возмутиться. Ну еще что-то это возмущается. Вот, будем говорить, человек взял кредит. Его там что-то может возмущать. Ну, сколько бы ты ни возмущался, а пока не отдашь кредит, все будет так же. Камера на 90-600 метров. Поэтому надо думать, как кредит отдать, что для этого надо сделать, а не прятаться от него. Что-то там выдумывать такое, или же негодовать. Вот наседают, вот они тут хотят что-то тут у меня отобрать, или еще что-то такое сделать. Поэтому эта работа у кого-то идет быстрее, у кого-то идет медленнее, у кого-то никак не идет. Но тем не менее, будем заканчивать эту беседу тем, что я ранее сказал. Либо вы осознанно работаете с жизненными обстоятельствами, которые вам жизнь преподносит. Камера 500 метров. Либо эти обстоятельства работают с вами неосознанно, добиваясь того, чтобы у вас в конце концов 300 метров. Включился разум, и вы начали пользоваться своим умом. И жизнь показывает. Пользуйтесь своим умом по назначению. Потихонечку начинаете там процветать, что-то у вас получается.
не пользуйтесь, кто-то за вас думает, кто-то принимает законы за вас, а вы одобрям, 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 а потом только опа! Значит, вас просто-напросто не будет. Камень-Шахтинский, 104 километра. Вот такая правда жизни. И ориентируемся по результатам. И, кстати, я там, знаете, я не обижался, когда нам там писали такие какие-то комментарии там. Ну, всякие комментарии были. Я, наоборот, старался их разобрать как материал. А некоторые люди воспринимали, что вот меня задело, я обиделся. Нет. Я именно вот это разбирал с той позиции, чтобы вот с такой объяснительной. И я хочу в первую очередь для себя быть понятным, а во вторую очередь быть понятным вам. Потому что механизмы сознания у человека, они оказались однотипными, заложены по, как говорится, программа. В компьютере базовая программа, ОС, операционная система, главная операционная система, она у всех у нас одинакова. А вот дальше прикладные программы, вот тут они тоже одинаковы, но пользуются ими пользователи по-разному. И от того, как они пользуются, получает тот или иной явный жизненный результат. Все, в конце концов, упирается в то, что ты из себя представляешь, а не то, что ты там знаешь. И чего ты реально достиг для себя. Ну, будем заканчивать. Послухаю музыку. Чем мне еще нравится на машине? Тем, что я вот один на один с собой, что-то мыслю, что-то там слушаю. И в любом случае на фоне музыки идет какой-то там процесс того или иного. То есть работаю, работаю со своим собственным сознанием. И еще одно маленькое, но важное дополнение к нашей беседе. Вот смысл этой беседы. Каждый из нас вкладывает свои собственные представления. В такое, например, понятие, как смирение, я лично вкладываю как добровольное и радостное подчинение себя событию, которое мне преподнесла жизнь с целью сделать меня более совершенным. Другие же вкладывают понятие смирения, смирить себя, что-то сделает насильное над рвущимися эмоциями, метущимся умом, вот его насильно сковать для того, чтобы он не проявил тех или иных явлений. Там не начал руками махать, ругаться, бить, ломать. И что еще как бы хотелось отметить, что и то, что я вкладываю, и то, что
вы, слушая меня, воспринимаете через свое мировоззрение, через свой опыт. Это также нормально. И какие-то свои делаете выводы, специфические для вас. Это тоже нормально. Просто так сказать, что вот должен испытывать в конце такое радостное состояние после того, как тебя там нагрубили или еще что-то там сделали. Неправильно. Неправильно. Будем испытывать свое, но где-то эмоции подключаются, а где-то они не подключаются. Вот в этом-то и разница. В подключении эмоций и подключении аналитического ума в жизненной ситуации. И еще разок хочу сказать, что вот, чтобы почувствовать себя там, кто-то заметил в своей тарелке, такое интересное выражение, на это у меня ушли годы и десятилетия. И даже я не сказал, что осознанная работа. Она осознанно стала только вот где-то, наверное, после 40 лет. Я начал так. А до этого вот не понимал, почему меня так раздражает то или иное, почему я отвечаю вот так вот, вспыхиваю, как Татьяна говорит, генетика. Генетика тут ни при чем. Слово генетика и понятие генетика, оно отображает совершенно иные вещи. Как меня назвали именем Гена, что означает родовитый, Геннадий, родовитый. Вот, а здесь просто-напросто необученное сознание, не понимающее, возможно и понимающее, но не обученное, как действовать в тех или иных ситуациях, для того, чтобы извлекать из них пользу, а не причинять себе вред. Ну, вот такое вот дополнение я сделал. Фу, вот дорожка, видите, 2 дня я еду. Вчера выехал, где-то часов в 5, наверное. То есть началось мое путешествие. Где-то во сколько? В 10 закончилось. Пока с этой Москвы выехал. Отъехал от нее. И вот я начал. Часов с 7 я это все дело начал. И вот все еду, еду, еду и еду. Ну так вот. Взял камеры и приятное с полезным. Все это сделалось. Посмотрим сегодня. Это сегодня суббота. Вот именно сегодня, это какое? 28 число. Будет эта передача поздравления учителей на российском канале у Андрея Малахова. Или она перенесется на другое время. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!